Привет. Здравствуйте. У вас, кстати, очень красивая, не знаю, дочь, сестра, как назвать лучше. Ну, ты прям очень классно выглядишь, кстати. Слушайте, а вот такой очень важный момент. Я, конечно, понимаю, что я тут вас отвлекаю от столь важного. Ну, я прям буквально на секундочку вот могу ее вот прям вот в стороночку. Я не украду ей. Фу, ты только не здесь, здесь это пахнет. Сейчас я верну ее, да. Там просто пахнет. Офигеть, какая ты. Привет. А сколько тебе лет, кстати? Может, не будет смысла общаться? Такая высокая в 20 лет. Да. Кстати, очень похожа на маму. Это еще и сестра или кто там рядом? Да, сестра. Ну, все три одинаковые буквально на вид. Можно сразу посмотреть на маму и понять, кем ты будешь. А как тебя зовут? Александр. Сашечка. Меня, кстати, Вова зовут. Ты очень высокая, Сашечка. Всем Сашечкам, Сашечка. Слушай, ну вот смотри, такая двойственная ситуация, да, с одной стороны охота пообщаться, да, там, а с другой стороны я понимаю, что там сейчас меня убьют твои родственники. Нет, не убьют, мы это... просто идем на мероприятие. Офигеть, ну я сейчас тебя отпущу. А ты как бы вообще, ну, хорошая девушка? Вероятно. Вероятно? Да. Слушай, и вот если, допустим, с тобой выпить чай, то будет интересно общаться, да? Не знаю. Ну как ты думаешь? Ну, смотря... Какие девушки вам нравятся? Да меня можно на «ты» называть. Слушай, ну, мне нравятся интересные, вот, чтобы с ними было классно. Ну, банальным сексом уже как бы никого не удивишь. Мне хочется, чтобы с ней общаться было прикольно. Мне кажется, ты добрая. Да? Возможно. Офигеть. Слушай, давай я как-нибудь на недельке там тебе позвоню и, не знаю, получится чай попьем. Давайте попробуем. Давайте. Ну, что ж ты как... Не, мне, конечно, тридцатник, да? Ну, я не настолько... А можешь свой номер записать? Не настолько старый, чтобы меня называть на «ты», на «вы», вернее. У тебя прикольные кожаные штаны, кстати. Всем штанам штаны. Сейчас я сделаю дозвон, мы попрощаемся. У тебя еще прикольная сумка, как матрас. Я, кстати, вот да, ты там потом передай мои извинения родителям, потому что вторгся. Скажешь, классный рыжий парень подошел просто. Так сразу. Да, извини, так сразу. Все, давай, пока. Спасибо.